В этот день в православные приходы пришло более 5000 навчан. Только храм святого Ануфрия собрал под своими сводами почти 300 прихожан. Рождество Христово – это великий церковный праздник. Он объединяет людей всех возрастов. Сейчас православные отмечают святки. В течение 12 дней полагается колядовать, посещать богослужения и, конечно же, совершать благие дела. А уже 19 января мы отметим праздник Крещения Господня.